Сегодня приготовим лечо. Режем лук. Обычно его режут полукольцами, но мне по вкусу больше нравится так. Режем помидоры. Они у меня уже предварительно очищенные, но это по желанию. Как многие популярные блюда, лечо все готовят по-разному. Обязательным является наличие трех ингредиентов. Это лук, сладкий перец и помидоры. Сладкий перец нарезаем соломкой. Если вам нравятся мои рецепты, не забудьте подписаться на мой канал «Вкусно у Лалы», поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить очередное видео. На раскаленную сковороду добавляем растительное масло и обжариваем лук. Затем добавляем помидоры и сладкий перец, соль и перец добавляем по вкусу. Хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой и на малом огне тушим минут 10-15. В это время нарезаем колбасу кубиком. В состав лечо обычно добавляют копченое мясо или колбасу, но мой рецепт с вареной колбасой. Некоторые готовят с куриным мясом. По этому рецепту я готовлю уже более 20 лет. Я раньше даже не знала, что это блюдо венгерской кухни. Два яйца взбиваем до однородности. В наше лечо добавляем колбасу. Протушиваем, накрыв крышкой, еще минут 5. И добавляем взбитые яйца, при этом хорошо перемешиваем. Еще пару минут протушиваем и готово. Приятного аппетита и хорошего настроения. До новых встреч!